Баба Вера, как всегда, с вами. Ну что, сегодня вот меня скинули и предложили посмотреть песню. Новый клип у Насти Каменских вышел. Попа как у Ким. Ну, про попу, короче. Ну, не знаю. Давайте. Она мне вообще-то нравилась. Ну, бывает. МК. Девочки, девочки. Девочки, девочки, языками почесать для вас есть темочка. Я в ютубе выложу свой секси-танц. Когда я танцую, представляю, что в ям. Да я хороша, малышка, и не говори. Выражение лица, как у Рири. Я как бы устала, я от жизни все равно мне типа Кара де ла Ви, либо Дуа Липа. И мне глубоко плевать, кто что говорит. Я красотка Белла, в кроссовках ходи. Мои все фанаты для меня Каменских фэмили. Далее хочу, как у Ратаковски Эмили. Мы же все девчонки, и мы все так хотим. Ноги как у Кендалл, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Попу как. Пошлятина. Пошлятина, точно. Где лице? Чем, там, чем где попа? Не, ну голос красивый. Не, ну голос красивый, конечно, да. Нормально. Я в шоке. Поднимаю нос за свой высокий рост. В пудре нос, как будто я Кейт Мосс. Как бы я хотела мушка, что была такая, как у Синди Кроуфорд, а дочка какая. Шикарная. Ники, бич, ники. Минаж аж 50 на Оми. И ей не повезло, она работала, напомню, над собою, как живо. Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гуччи, но никогда не постареет Моника Белуччи. Стать лучше, как Бекхэм, Вика. Мы хотим, чтобы ноги как у Тары, а попа как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Не, короче, ребята, это хуйня полная. Со мной было круче 150 миллионов раз. Были песни со смыслом. Это песня про часть тела вообще. Кто писал это? Мясник нахуй. Ты ебанись вообще. Это, искусство. Рот! Идите нахуй за своими песнями. Танцевать мы будем, 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 будем. Baby shake your booty, booty, booty. Baby shake your booty. Хлопай, хлопай, хлопай. Опа, 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 опа. В жизни иногда все как у Ким решает попа. Как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Попу как у Ким, попу как у Ким. Мужа можно белого, а попу как у Ким. Костян, а може давай пародію знімемо на нього? Давай, тільки не нам рішати. А якщо це відео набере 300 тисяч лайків, то ми обов'язково знімемо на нього пародію. Тільки чур я граю головну роль. Улічка, ще Кім не одросла. В смісі? Нормальна Кім. Нормальна Кім. Як у Кім не одросла. Ну і що? Боже, зовсім... Мир перевернулся. Надо же, какое искусство. В этом клипе мне только жалко корову. Бедную скотину замучили.
А как у Ким, у всех такая. Лучше б про мозги спели. Мозги, наверное, везде отсутствуют. Потап правильно сказал. Нашли, о чем петь. Это что, искусство? Это части тела. Вау, действительно. О частях тела песни. Ну, самое главное, учить много не пришлось. А что, как у Ким заполнила, и все пойдет, и все пройдет. Да, Настя немножко сдает. Так мне вот перед этим песней ее, что она клипы повыпускала, мне нравились. А это так что-то, короче, не понравилось. О частях тела я не люблю песен. Так что пока-пока, до новых встреч. Okay.